się planu, nie? Trzymamy się planu, czyli powiemy to, co mamy powiedzieć, a najwyżej od razu damy w lęk. Prawda. Nie. Ale nie jest, bo jest daleko. Jesteśmy na środku w ogóle. Здравствуйте. Куда следуете? Как? Куда следуете? Мы исследуем в Никель, другую, и потом уезжаем. Куда? В Норвегию. Это у вас батюшка на Т-4 катается? Да, он тоже. Нормально. Что-то посток на дороге. Ни туда, ни сюда. Чего он здесь? Взять и поменьше подойду. О. Так к какому другу едете? Никель. Зона, что ли? Какой дорогой? Фамилия друга. Кому едете, Никель? А интернет сейчас пользуется. У меня в том. В компьютере. В компьютере. Не, нормально у нас. Через сайт Couchsurfing. Знаете, не знаете. Поставьте на стоянку свой транспорт и пообщаемся. Дайте меня, пожалуйста, я хочу. Пожалуйста. Дайте это. Да-да. Территория. Ну все ясно, я тоже живу возле границы. Вот. Ну, ну вот на территории Российской Федерации, да? Вы же не живете, правильно? Живете. Ну ничего страшного, ну что? Вот, и порядок таков въезда, как бы, вот. Это формальность, но она есть. Ну, понимаете? Есть, есть. Сейчас мы соберем данные и поедете дальше. Никто вас не будет задерживать и ограничивать ваше передвижение, понимаете? Вот вы говорите по-русски, пройдите да, со мной, пожалуйста. Слушайте, а на остров можно заехать, там посмотреть этот? Остров, вот остров рыбачий, туда необходимо иметь специальное разрешение. А так, где его взять? Это управление ФСБ России по Мурманской области. В городе Мурманск. Ага, а так, то есть там лучше не соваться? Ну, то есть, смотрите, эта зона, она с регламентированным посещением иностранных граждан. Встречали литовцы, чехи ездили. Я не препятствую, можете поехать. Не, ну так, нормально. Да. Я не препятствую. Нормальные люди, такие, как мы. Мы туристы.